Ну что ж, ребята, всем здравствуйте, с вами Олег Огненный, мы продолжаем прохождение игры Spider-Man Wars 3. Ну что ж, в прошлой серии мы с вами, получилась такая филлерная серия, да, много ходили, много читали, много узнавали, ну а сегодня будет экшен, так что давайте подходим к сентенцию и узнаем о нашем задании. А вот и вы, ready? Вы готовы? Да. We are. Good. Да. Then let's go get тогда the others. Собирать остальные. We have a long journey ahead of us. Впереди долгий путь. Вот так-то. Анцель и Сентенцино. Два хороших. Наш кто-то стоит. А, Сентенци стоит, кстати. Карта мира. Важная вещь. Потому что на, в дальнейшем на этой карте мира мы можем играть, то есть выбирать что-то и тому подобное. Не знаю, что именно, но как-то так. Что-то там надо будет... Базу, что ли, я видел построить и тому подобное. Сейчас, ребятки, давайте я остановлюсь на несколько секунд и вернусь. Ну что ж, ребята, я вернулся. Вчера, простите, немножко выбили меня из колеи кое-какие новости. Ну а сейчас мы с вами находимся в Spellforce 3, карта мира. Ну что ж, вот эта вот карта мира, это North Thunder, так называемый, да? Я так понимаю, все вот эти вот поселения, которые здесь включаются, это что-то связано с эльфами, обычные деревенские домики. Какая-то шахта на болоте, наверное, что-то какие-то производящие задания. Нашли анон. Кстати, какой-то город портовый, да? Здесь у нас тоже эльфы, да? Маяк. Ага. Ну, то есть, самое классное, что карта не пустая. На ней что-то есть, что-то это. Вон, что-то колышется, ветер, да? Вот еще крепость. Наверное, тюрьма какая-нибудь. О. Что-то на горе, потому что из горы это что-то черный дым высовывается. Ну и вот такая вот карта. Не знаю, насколько мы здесь все будет у нас, насколько мы пройдем вперед и так далее. Но пока что вот все как-то вот так вот. Это получается, наверное, земли орков, да? Хотя не поймешь, вроде бы наши земли, да, Нортандера. О, какая она большая, эта карта, главное. Ты посмотрите, он как вниз-то уходит, да? Офигеть. Вот еще одно поселение. Просто я считаю, что... Ну, вот еще. Вот, ну, в такие города, такие замки, получается, по-любому мы будем заходить. То есть по долгу миссии, по кампании, да, как говорится. Мы сюда точно придем. Ну что ж, замечательно, давайте отправимся. Жалко, нельзя так хоп так. А, во, можно. О, классно. Это кнопка мыши, только странно, что я... Это вверх, а это вниз. Обычно же вот так вот. Ну, ладно. Леса Искандера, где мы с вами были, да? Помните, это самое первое задание. И вот Лиану. Ну что ж, ну давайте перед этим мы с вами посмотрим наших героев. Ансельм к нам добавился. Помните того героя, наверное, да? Средний доспех волчьей стражи. Ну, да, пока что он нам не нужен. Ну, держи, бацинет. Боевой посох оставишь себе пока что. Так, и у тебя способность. Ну, мы что-нибудь вкачаем, пускай что-нибудь будет. Вызов. Атакует только источник заклинания. Мастер-стрелок. Боевой ключ. На себя область воздействия. На одну цель. А, ну давай. Вот на себя. Хорошо. И получается Сентенцинори. Так, ты у нас... Он у нас двуручным... так сказать, с парным оружием ходит. Поэтому посерьезнее, чтобы выходил. Увеличить урон. Замечательно. Ну что ж. Лианон. Зеленые поля, плодородная почва, озера и реки, богатые рыбой. Жители Лианона, небольшой деревушки в Леонидаре, долго жили мирной жизнью. Теперь все изменилось. По слухам, деревню поразил кровавый, кровный жар. Вы должны подтвердить или опровергнуть эти слухи и действовать по обстоятельствам. Ну что ж, поехали. Замечательно. Мы, значит, еще будем, как в нашей компании, выбирать героев. Тахара всегда берется, ну и все остальные, как говорится, тоже. Поехали. Значит, у нас будет много героев. White Swades of Green,
Ну, дает такую вот lakes and rivers rich in fish. Надежду неплохую, по крайней мере. The people of Leonon, a small village in the Meadowlands of Leonida, have long led a peaceful life. Now the tides have turned. According to word of mouth, the village has been struck by the blood burn. It is your mission to ascertain these rumors' veracity and act accordingly. Так это или не так? Ну, если кто не помнит, что такое кровавый кровный жар, это получается что-то наподобие болезни, чумы. Кто-то считает, что это проклятие, поражающее людей, и через несколько дней они начинают харкать кровью, плеваться кровью, да, чуть позже появляются нарывы и так далее, и начинают умирать. То есть очень страшная болезнь, но как от нее убежать пока неизвестно. Как от нее спастись? Ну, есть только, наверное, самый простой способ, это всех вырезать. Да, больных, чтобы они не заражали других. Но что если не было больных в деревне и все равно заразились? Значит, что-то другое. Ну, как обычно, если такие болезни появляются, непонятно откуда они, значит, это все связано с магией. А магия в этом мире у нас чуть ли не самое ужасное, как они считают. Поехали. All I'm saying is that я хочу мне сказать, что я не понимаю, почему люди всегда себя так ведут. Ну, правда, Тишина. Мы здесь. This is Leonon. Вид вполне мир. Pretty serene. Still. What about our troops? А где наши войска? Подождем, пока они нас нагонят? No. Нет. Our first task is to assess the situation anyway. Насколько все плохо? И сколько человек заражены? Once we have a clearer picture, we'll act accordingly. Meaning? А конкретнее? Разберемся. Так, капрал. Ага. Капрал. Это получается на Тахара, да? Ну что мы сможем взять? Арбалет, глифу. Фламберг. Ничего не можем взять. Ну, пускай будет композитный лук. Бертран, тебе можно лук композитный дать? О, замечательно. У тебя 6, у тебя 7 ловкости, все превосходно. На, держи. У тебя сейчас будет урон. О, вот это уже посерьезнее, дяденька, будет. Хорошо. Талисман второго шанса. Это у тебя, да, талисман второго шанса? Make up your mind. Ага, то есть так просто его еще не убьешь. Ну и доспехи у него эпичные. Yes. Да, да, ты. Что тебе дать-то? Черный капюшон? Может, Бертрану дать черный капюшон? Пускай будет. О, типа такой вот, да? Лучник. Ну, а мы пока что вообще ни о чем. Хотя, наверное, с двумя оружиями можем ходить. Ну да, если так уж пошло, тебе дело, да? Два оружия, широкий топор и тому подобное. Ладно. Хорошо. Неплохо. Поехали. Конечно, пока я бы, конечно, ему за то, что он маг... наш Тахар. Я бы ему, конечно, этот... О, а вот и противнички. Так, вызываем зомби. Так, отходи. Тахар. Надо на F1 научиться нажимать, чтобы... Так, хорошо. Так, шар исцеления. Ага. Yes. Так, где-нибудь еще есть? Нет, вроде как. Замечательно, вместе с зомбаками. Как долго они живут? Вот? Я не понимаю, вроде бы этот. Вроде как сказать этот... Ну, там написано, что дольше, а тут что-то как-то нифига. Да, хорошо. Тахар, назад. Will do. Должно быть, дерево рухнуло, а когда бедолага ползал на четвереньках, что-то искал, наверное. I'm ready. Ну, подбили нас, конечно, подбили. Ну ладно, ничего страшного. Вот сейчас посмотрим, кстати, этот... эти, как их... Глоссарий. О, мясо гоблина. От мяса исходит сильно неприятный запах. Собака, возможно, и станет его есть, но наш собственный желудок вряд ли будет есть. Есть рад такой пищи. Ну, оно и понятно. Так, Тахар пока что вот из-за того, что он меня не может с посохами, да, сражаться, мне, конечно, очень-очень тяжело. Давай мы тебе кинжал дадим, а то уж как-то этот по-дурацки получается. Right away. Так, ладно, и давайте посмотрим. Глоссарий, гоблины. Истинные гоблины – дальние родственники беспокойного уличного племени, обладающие достаточно высоким интеллектом и сложными социальными связями. Как и орки, гоблины образуют сплоченные племенные сообщества. Они живут в лесах и пещерах, где охотятся на мелкую дичь и собирают грибы и корень. Гоблины сильно привязаны к своей территории, часто не задумываясь нападают на непрошенных гостей. Обычно
Они не рискуют выходить за границы своей территории, вероятно, чтобы их не обнаружили орки. Бывало, путешественники рассказывают, что отряды орков вырезают гоблинские племена, оставляя после себя лишь разрушенные здания и обуглевшие кости. Ну, да, понятное дело, почему они могут стать ужасным. Ну, гоблин-пироман, то есть что-то подобие нашего с вами факельщика, да, и назойливый гоблин. Дальний бой, ну, голубой, ну, синенький, как хотите. Так, ага. Здесь у нас, получается, нас ждет какая-то награда. А еще больше, скорее всего, здесь гоблины, да? Давайте посмотрим. Так, что у нас за награда? Черная мантия и ржавый топор. Хорошо. Что-нибудь еще? Так, ну там, получается, по дороге. Mm-hmm. Мы, ну, как обычно, что нам? Чем мы по дороге, что ли, ходим? Никогда мы по дороге не ходили, да? Understood. А вот и этот. Mm-hmm. Ну что ж, отправляемся. Это у нас, так сказать, получается... Так, зомби сразу же сюда. Так, выстрел. Есть, второй выстрел. Блин, не хватает. Так, вот его. Ой, хорошо, когда? Как хорошо, что харасит мой... Так, пошел отсюда. Какая классная. Зомби очень классно взяли, захарасили этого жреца. И все. Ну что ж, неплохо. Все-таки не 60, не 6 тысяч секунд, а 60 не секунд. Изношенный арбалет, золото, бабки. И я так понимаю, это у нас еда. Хорошо. Чуть-чуть еды добыли. Лук. Ладненько. Onward. Так, давайте посмотрим по все-таки этот, так сказать, по магии-то. Длительность эффекта 6 тысяч секунд. 60 секунд, не 6 тысяч. Ошибка получается такая вот неприятная. 3% урона, нанесенного автоматическими атаками, превращается в здоровье. Вот это тоже очень классная вещь. То есть надо как-то это использовать. Ну, пока что у меня нету дальнего боя, то есть посоха. Пока что с посохом я буду. Потом как, может, посерьезнее стану там и двуручные мечи найду. Так, ну что ж, хорошо. Волки неприятно. Так, хорош. Вызываем армию зомби. Есть. А ты чё не убиваешь-то его, а? Так, цель боевой клич. Пока вроде сражается, молодец. Я спустил смотрю на нашего Тахара, то в прошлой части, когда я играл. Мне, конечно, приятно сражаться с глифой. Пускай ходит вообще. Мне было приятно играть. Мне было приятно играть с глифой. И... А глифа это у нас... О, оручий топор, кстати, серьезная вещь. Так, оручий топор ты, конечно же, Тахар не потянешь, да? Или потянешь? Вау. Держи, раз такое дело. Сколько нужно сил? У меня 4 силы, кстати. То есть достаточно серьезно. Оручий топор и... Получается, с кинжалом, что ли? Ну, так будет, конечно, посерьезнее, да. Ну, без разницы. Так будет только колющий урон, режущий урон, так будет колющий и режущий. Acknowledged. Ну хорошо. Так, забираем еще вот это вот. Клыки, шкура, то есть просто, как сказать, этот, трофей после битвы. Вот здесь кого-то повесили, надо будет сюда сходить. Так, ладно, отправляемся дальше, вперед. Right away. Got it. Поля. As you command. Здесь поля, так, здесь что у нас есть? Если через лес. Ну, давайте вот так как раз пройдем сюда, чтобы далеко не сходить. А то забудем потом и не придем сюда. Посмотрим, что же это за разрушенная крепость-то такая, а? По-любому здесь кто-нибудь живет. Стопудово. Я что-то помню такое. Так. Сразу же смотрим. Ага. Изношенная глифа. Кольчуга. Серьезная. Вещь. Золото. Праведный свет. Отчерк. Изели концентрации. Понятно. Что здесь произошло? Приглядевшись к повешенным, вы замечаете татуировки на предплечьях и костяшках. Грабители. Alright. Грабители. ХП восстанавливается, но не так быстро, конечно, как хотелось бы. Это у нас, получается, обычные жители. То есть... Я говорю, то есть... Cloth, blistered feet. Отрубы надежды, стоптанные ноги. They look like refugees. Похоже, это беженцы. All that time stationed in Grey Keep almost made me forget how many of them are still out there. Damn that bloody war! Вот так вот, мы нашли целый отряд. Let's go.
Даже не отряд, не отряд получается, это беженцев. Опа. А вот гоблины это посерьезнее противнички будут. Ну, вперед. Make it quick. Так, вызываем зомби. И, конечно же, сразу сюда. Так, боевой клич. Так, сбей с ног. Так, хорошо, тебя подлечить. Тахар. Огонь. Хорош. Ну все, захарасили. Молодцы. Захарасили гоблинов. Так, что у нас здесь? Interesting. Слушайте. Укрепленная черная мантия, салат и зелье здоровья. Так, Тахар, укрепленная черная мантия. А, ну нет, у меня все-таки кожаный доспех достаточно посерьезнее. Хотя вот мантия волчьей стражи будет, ну, как сказать, более-более как-то там. Хотя у нас в этом... Yes. Кожаный доспех и скорость атаки снижена. Тоже неприятно. Пока что мне все нравится. Вызываешь трех зомби, они на них отвлекаются, пока мои герои мочатся, они, как бы сказать, помогают им. То есть все-таки призыв вот такой вот малой нечисти очень даже неплохо. А что дается, когда дополнительно будет? Могильный зов 2. А, они взрываются после смерти. Да, то есть тоже очень даже удобно будет. Харась и взорвались. As you command. Now would you look at that. Усиленный клепанный кожаный доспех, очень серьезно. Войны магов, можно почитать их. Зелье здоровья. Так, Бертранда. А, не, у тебя серьезнее, да. Ну, здесь тоже волчья стража, то есть, как бы сказать, вот, если себе усиленный клепанный кожаный доспех, но у меня выносливость 3, надо 4. А что у меня по опыту-то? Как, где можно опыт посмотреть? По-любому где-то можно. А, вот он опыт. Вот он, опыт внизу. Все нормально, ладно, идемте дальше. Давайте посмотрим все вот эти вот моменты. Кажется, кто-то обронил тыкву. А, помню, помню, это задание целое. Interesting. Знамя с гербом вашего отца. Похоже, здесь когда-то было тайное убежище восставших магов. Давайте поговорим с этой милой леди Борюшка Калья. Now would you look at that? Ну надо же, такой видный солдат, ты прямо в нашем скромном лагере. Чем я могу вам помочь? How can I... Who are you people? Вы кто такие? We didn't expect to find someone that far out in the wild. Who we are? Кто мы? Well, we like to call ourselves the путешественниками. Though most would probably refer to us as refugees. Orphans of the war, if you're feeling poetic. Tramps, if you aren't. Бродяги, для тех, кто попроще. То есть... Откуда вы? Where are you from, then? А откуда вы тогда? Видимо, ваш город war. Разрушила война. City? Город? Town's more так, like городок. Miss Vale, it was called. Но мы не все оттуда. There, только just я и Элайна. Вот та рыженькая. Ну да, город разрушен. But yes, it got destroyed. I still feel like all this is just a bad dream sometimes. Я всю жизнь там прожила, а теперь его нет. There, and now it's gone. Burnt to the ground by a Samotahar's defilers. It's a tragedy. But to answer your question, most of these folks I met on the road, and we just stuck together. It's easier to survive in numbers. А почему не обоснуть это еще? I see. Понятно. But why stay on the road? Why not try your luck in? Почему не попытать судьбу где-нибудь? В Грейфеле? Should you really just ask that? Of Конечно, мы we'd rather be behind thick walls with a roof over our heads. But what do you think the odds are of the guards letting a group of ragged vagrants through their precious gates? I learned it the hard way. Это на своей шкуре you see, проверили, поэтому this is why we came to Leonon, a village, and we only heard the best about it from a traveler. And now it got taken by a bloody plague. If fate exists, it has a damn bad sense of humor. То есть вы здесь главная? So, you're the leader? Well, no, I'm definitely здесь, the one with the most winters on my back. And I guess that made people trust me. For better or worse. Well, good luck Ладно, to you people. Удачи вам. Нам нужно we need to push дальше. On now. Wait. Стойте. Я не знаю, I don't know how to say this, but... У нас кое-что произошло. Really я прямо не знаю, что делать. Could you spare нас, a moment and help us? Минутки, чтобы нам помочь. What is it? Дело? It's actually quite simple. Дело на самом деле весьма простое. We were betrayed by one of our own, a young Молодой fellow named Gilbert. Gilbert. He was responsible for giving out food to everyone in the camp. Long story Короче short, говоря, he stole from us.
Когда мы на продовольствие осталось мало, мы решили урезать пайки. Гилберту это не понравилось, он забрал половину всего нашего провианта и сбежал. So he just took half of our provisions and ran off. Ну, посмотрим, что может сделать. Думаете, он все еще в окрестностях? Да, я в этом уверена. Все произошло только вчера ночью. А тут нынче повсюду эльфу. Так что далеко ему не уйти. Спасибо вам, солдаты. Приятно знать, что король не есть до нас дело. She does. Есть. Вот такое вот маленькое, вот так, хоп, и взяли задание. Да? Ну, я помню это задание, мы вот по этим вот следам тыквы, да, мы должны найти как раз наших солдат. Ну, слава богу, с клавиши Tab можно переключаться. Просто если клавиши Tab, они все вместе будут ходить, то есть... Now would you look at that? Просто вот, можно было бы как-нибудь там этот, ну, вот эти вот эффекты, да? Так было бы намного быстрее, я бы клавиши Tab нажал, Q, W, E, ну, сами понимаете, да? Из-за того, что я клавишей мыши WSAD управляю. Камеры, поэтому придется немножечко страдать. Придется немножко страдать. Так, а, вот они. Let's see, вот они. Are you Gilbert? Ты Гилберт? What? Well, we were sent here by Mother Калия from the refugee camp in the south. Из лагеря беженцев. I'm searching for a certain Gilbert who stole rations and left them to starve in the wilderness. I don't know any Gilbert. Я не знаю, о чем говорите. Не знаю никакого Гилберта. Gilby. Gilby. Who are those men? Что это за люди? От Мэри. Какие-нибудь вести есть? Она уже должна была до рынка добраться. Пап, ну не сейчас. Гилби? Проклятие. Я знал, что давно это не кончится. Ну да, я Гилберт. Я украл провиант. Вот уж не думал, что за мной наемников отправят. А теперь, если вы собираетесь нас убить, давайте побыстрее. Мы с отцом уже достаточно настрадались. Why did you do it? Зачем ты так поступил? Зачем провианты взял? Она вам ничего не сказала? Figures. Понятненько. Well, тогда я расскажу. Матушка Калия, старая мудрая женщина, решила урезать паёк, когда еды осталось мало. We know that much already. Нам и так also, that her plan was to cut the rations for my father entirely? Because he was dying already, it would be mercy? I tried to tell her that it wasn't too late for him. Я пытался объяснить, что он еще может выжить, но она меня не слушать не стала. So in the end, так что выбор мне не осталось, забрал отца, набрал столько еды, сколько мог унести, и ушел. А они там пусть как я на огне за такое отношение. А что с твоим отцом? What's wrong with your father anyway? I'm no apothecary, so I couldn't tell you. He's been getting worse for the last few months, but it started getting really bad around 2 weeks ago. Когда-то, верите, он был первый силач в деревне. Now look at him. А теперь he doesn't even recognize me half of the time. Он даже меня не всегда узнает. I won't lie. Врать не буду. It's дела у нас твои плохи. Твой отец вспомнил какую-то Мэри. Your father mentioned a Mary. Is it more than just the two of you? What? Что? А, oh, no. Мэри was the name of my mother. Она погибла 2 years ago when our village was overrun. Dad has been отец, well, последние пару дней как будто её видит. Я не могу найти себе силы, чтобы сказать ему, что её больше нет. I just don't have the heart to remind him that she's dead. Мне нужно подумать. Вот. И замечательно. Settle the dilemma. Дилемма поселенца, да, помогите беженцам. Выберите что? Верните провиант. Верни провиант и разойдёмся миром, оставьте провиант себе, разделим. Как интересно, да? Ну, если честно, по логике вещей, ну, я не могу сказать, тут достаточно двоякий такой элемент. То, что он украл, это плохо. То, что она не дала его отцу есть, это тоже очень плохо. То, что они оба нас обманули, ну, то, что она нас обманула, это неприятно. Она должна была сказать нам правду про отца. Да, как говорится, вот мы видим, человек валяется, как говорится, все такое. То есть она нас обманула. Поэтому мы разделим провиант и разойдемся миром. We'll split. Разделим провиант. Give me one half. Половину я заберу, остальное оставь себе. Скажу матушке Кали, что остальное ты в реку уронил. Что вы в реку уронили. Да, конечно. Hi. Я должен вас благодарить. Forget about it. Что за глупость? Давай сюда все мешки, что есть. Мы вернем их беженцам. Интенции, рот закрой. Tahar, don't test my patience. His father is sick. Болен, но, right. Но те люди остались умирать голодной смертью. But he would have left those people out in the wilderness to starve to death. Он не заслуживает нашего снисхождения. He doesn't deserve any mercy. Well, then your death on him. Тогда его смерть на вашей совести. But I guess there's nothing I can do.
Так что вот ваш перевязь. И передайте это старой карге, что удалите в памяти Баргагор. Нам нужно идти. I'll carry you, so just понесу. Hang in there, will you? А ты просто держись, ладно? Go. Так нужно. Yes. Да, yes, идем. We will. Сука. Was that really necessary? You can't legitimize a crime like that, regardless of the reasons. And when did I ask for your opinion? I'm sorry, sir. No need. Сука. Пошел ты, бля. Урод. О, что это? Бак какой-то маленький. Вот собака сутула. Тварина, а. Вы посмотрите-ка, а. Ну здесь нам не дали. Чего? Как будто бы это, как будто бы, ну, контекстное меню вышло. Ладно, вот хрен с ним. Так, побежали к этой бабёхе. Ну, пока что нам не дают сделать выбор, потому что мы являемся подчиненным. Когда мы станем главой, да, получается, нашего отряда, тогда уже ясно дело все. Ну, мы уже будем делать так, как мы захотим. Ну, какой интересный синтенцинорий, ты посмотри-ка, а. Ну, он тоже в чем-то прав. Но все равно должна быть своя толика правды. Все мы люди разные. Good to see you back, soldier. Рад Any вас снова видеть. With the provisions как успехи с нашим провиантом? Расскажите мне сперва о Гилберте. Actually, let's talk about Gilbert first. Знаете, расскажите I think мне о Гилберте. Left out something there, мне didn't кажется, you? Вы кое-что забыли упомянуть. Парень не просто так солоро. Он лишь защищал своего умирающего отца. I had a feeling you were going to say Знал this. Я, что будет этот разговор. I left ну да, that part про это я вам не стал рассказывать. Да и зачем? Парень совсем спятил. Лучший продукт отклал из своего старика, который и так уже в одной маминой могиле. Я думал, что он помер уже, так что и упоминать не стало. I didn't tell you. Я оставляю провиант. No, you didn't think Нет, that. Вы совсем you другой думали. Вы знаете, что повлияет на мое отношение. Обман Lying солдата. To a of the wolf guard очень страшный, серьезный so преступление. We'll и в качестве наказания мы конфискуем ваш провиант. Пусть you. Это будет вам уроком. You... Проклятие. Вот вы солдаты лицемерные ублюдки. Well, fine, ладно, делайте что хотите. Все равно всем равно нас наплевать. А теперь прочь глаз моих. Да-да-да-да. Ну все, последний раз Let's get back to the task at hand. Understood. А куда идти-то? Ё-моё, сюда, что ли? Сюда, получается, надо идти. У-у-у. Получается... О, кстати, вот эльфийская деревня. Ну-ка, давайте-ка вернёмся на круги своя. Замечательно. Значит, нам нужен интеллект применить и очки способности в магии, да? Ну, хорошо, сейчас что-нибудь придумаем. Но перед этим Тахару мы выдаём огненный посох. Всё, красавец. Красавец. Так, Бертран. Бертран. Тебе ничего как бы не надо, да? Так, ну у тебя вроде бы все. Пока что это ты просто вот что-то здесь можно вкачать в стрельбе. Давайте первую помощь. Да. Замечательно. Только надо будет ее поставить, если что. Так, Ансельм. Призыв к оружию. Давай, хорошо. И выносливость ее прокачаем, чтобы серьезнее станет интенсивнее. Тебе вот так вот. И получается смертельный удар. Или жажда крови. Восстановление концентрации повышает. Ну нет. Это мы не можем давать тогда вот смертельный удар. Применить. Хорошо. Ну что ж, вот мы и на нашей... На нашей дороге. Так. Награды. Перстень гильдии творцов, амулет выносливости. 50 очков здоровья, кстати. Очень серьезно, но так как... Хотя... Ну, да, давайте я все-таки концентрацию возьму, потому что Тахару нам нужна сейчас концентрация. Но через... Вот, 34 концентрации, это серьезно. Слышите? Я-то думаю, что происходит? Это вот что. Так. Хорош. Так, вызов. Призыв к оружию. Так, сгорите в огне. Господи, убей. Хорош. Подожди, такой же. Понял? Неплохо. Ой, такие так классно они это говорят. Еще yes. Ходят медленно. Так, что у нас здесь? Арбалет, зелье здоровья. Ну, арбалет, скорее всего, он просто рассчитан на силу и ловкость, но в основном этот...
атака меньше и шанс крита меньше, но урон больше. То есть, такой вот момент. Alright. Возможно, может быть, когда будем играть за орка, я возьму вот орка со стрельбой. Что, будет очень интересно. А здесь можно менять? Так, это... Типа уровень оружия. Не уровень оружия, получается, а этот. Типа раскладку оружия. Наверное, может. Так, ну давай тебе... Давай тебе ловкость, что ли, повысим. Так, у вас все повышено, да? Так, yes. А, кстати, я же не повышил себе способность. Магию, да? Магию. Взрыв трупов, исцеление и эпидемия. Слабость снижения снижает все виды сопротивления. Ну да, давайте. Или ремонт. Ага. Ремонтирует указанное здание, наказывает на него эффект постепенного восстановления и поощрение. Ага, интересно. Ну, либо вот это, ну тогда нужно, то есть, думать. Огненная искра. Интересно. Мощь огня, это вот непонятно. А если действует эффект мощь огня, а как вот действует эффект мощь огня, вот непонятно тоже. Ледяной панцирь. Думать надо, конечно. Давайте мы пока эпидемию включим. Хорошо, это что у нас судный день? А, зону дождь, да. А есть 7 эти мы. Все, замечательно. Right away. Так, хорошо, тут у нас ничего. Так, возвращаем нашу камеру, пойдемте дальше. Мост, который, наверное, надо починить, да, вот там сломанный мост. Ого, что за старый домик? Старая лачуга, скорее всего, служившая пристанищем охотнику. Изнутри доносится запах гнили. Ага, убитые люди. Вот это вот плохо. Корпсы. Was that the blood burn? We'll see. And if that's the case, let's hope the potion will protect us. Нас спасет. Блин, не вовремя, что-то во рту застряло. Так, здесь у нас боевой посох. Черное зелье магической защиты. Understood. Stay alert. Так, ну вот получается наше здание, мы должны его... What's this? Что это? Looks like an old trading post. I guess it got overrun by rebels during the Mage Wars. We might actually use it as an outpost if we need help from our troops. Speaking of troops, where's the rest of the Wolfguard? Didn't you say we'd meet up with them near the King's Forest? Yes, but they're still up north taking care of some rebels. They should arrive soon, though. Думаю, скоро уже будут здесь. Ага. Ладно, пока что мы здесь, получается, ходим. А, все, понял. Мы сначала должны добраться до самого Леонона. Understood. Yes. Это что с тобой? Тоже? Это тела пострадавших от кровного жара. Видны уже следы разложения. Похоже, смерть наступила дня два назад. Let's go. Let's go. Сломанный мост. What's next? Destroyed. Разрушен. It's not that wide. Тут не так и широко. We could jump. Можно перепрыгнуть. Leonon's to the east. No point in making detours. Нет причин делать крюк. А, ну типа это, да, можно перепрыгнуть, но... Типа смысл. Onwards. Типа смысл. Ого, ого. Acknowledged. Так, стоп, я хочу писать. Что это у меня такое? Так, замечательно. Выделяет себя стойкостью. Хорош. Так, урони его. Ага. Тахар. И его. Хорошо. Так, огонь. Так, давай-ка зомби все-таки призовем. Тихо, что-то захарасили. Orders. Ничего себе, плюющийся. Что за жуки такие, а? Причем серьезные. Так, гуманоиды, наемник, отступник, стрелок, дезертир, да? Ага. Лечение ран и солять всех союз в области действия. Волки. А, голодные волки, да, появились. Ага. Жуки. Гнойный жук. И вообще, кто такие жуки? Так, все. Кровавые жуки появились на рубеже тысячелетий. Самые маленькие из них с размером собаку. Самые крупные с овцу. Ученые подозревают, что они были созданы искусственным путем. Возможно, в результате ошибки, допущенной в ходе алхимического эксперимента над обычными жуками.
Фермеры-путешественники проклинают этих жуков, хотя один кровавый жук достаточно безвреден, и Хрой с легкостью может оставить от взрослой коровы или человеческого, или человека голый скелет. Гнойный жук, слабый гнойный жук, плюющийся гнойный жук. Вот это прям вообще наносит огненный урон цели и окружающим ее противникам. Конечно, неприятно. Так, ладно. Так, сюда. Так, призыв зомби. И, конечно же, да, вот так. Хорош. Не-не-не-не-не, вы атакуете ее, мы чё там? Так, чё, все сдохли? Yes. Неплохо, сопротивление дал, и все, как говорится. Бац, они ничего не могут сделать. Надо будет еще раз посмотреть. А то получилось так, что я отвлекся на использование скиллов. И тем самым, ну, кстати, не успел уследить, насколько хорошо получилось. Ага, ну это щит. As you command. Садный щит, это садный щит. Так, что здесь у нас? Got it. Ну, что, смотреть нельзя, что ли? Will do. Of course. Let's go. Let's go. Understood. Я думаю, крабов можно завалить. Пожарили бы. Сейчас мы так вот раз походим, поизучаем карту, да, как говорится. А то чё уж. Вот. Опа. Так. For the queen! Так, одного урони, и второго урони. Хорош. И вот так вот. Замечательно. Ё-моё, какой-то сильный жук. Так, нет. Эпидемию. Хорош. Так, тихо. Ага, вот так вот, да. И сопротивлялся. Ну, неплохо так-то наполовину. Так, концентрацию. Нет. Огонь. Хорош. Плодящийся гнойный жук. Вот как называется. Ого, интересно. Посмотрите, как их много, а. Серьезный противник, но мы справились, мы молодцы. Так, простой короткий меч, зеленый капюшон. Почему? Документ. Рука, писавшая письмо, дрожала. На бумаге видны мелкие пятна. Почему? Наверное, этот вот этого вот как раз человека. Давайте быстренько прочитаем. Не война магов, а почему. Диоге, кровный жар добрался до наших мест. Харан. О, хранитель. Харан ушел. Чума забрала его, как лесной пожарный, если его пожирала, пока все. Да ё-моё. Охренеть. Прям целое произведение. Ну почему, может, зеленый капюшон тебе дать? Давай будешь у нас. Зеленый капюшон, черная мантия. Конечно, вот это было бы класснее, но, блин. Мне вот надо. Я пока что могу найти мантию. В смысле? Мантия волчьей стражи, я могу ее надеть. А что, я раньше не мог надеть? Интеллект, воля. Средний доспех, понятно. Это я. Или я на него смотрел, типа у него не хватало интеллекта, да? What do we need? Вот лошара. Или что? Интеллект 4? И у меня был интеллект 3. Все правильно, вот. Теперь мы стали с вами серьезным противничком. Да, хорошо, замечательно. Так, дерево собрали. Так, кстати... Гнойный жук, это чё это, блин? Плюющийся гнойный жук. Там же вообще был какой-то страшный прям. Пауки, заразные тарантулы, да? Жуки. Вот, я же говорю, плодящийся гнойный жук. Гнойный рой доставляет рядом с собой несколько коконов. Если коконы не будут уничтожены через определенное время, они вскроются и выпустят новых гнойных жуков. Преимущество, иммунитет к критическим ударам. Ну да, серьезное. Так, что у нас здесь? Тоже люди, да? Это тела пострадавших от кровного жара. Видны уже следы разложения. Кстати, классно он бегает. Посмотрите. Тахар. Что так хоп-хоп-хоп, так мантия так развивается на ветру. Ой, красота.
Вы можете заметить, на карте появились серые точки. Это место под базы. Добыча дерева, еды и тому подобное. Так, давайте пройдемся через лес. Ну, конечно же, да. Ну и нападем на... Так, и разложение. Так. Может, разложение даже не понадобится, кстати. Так, давай, хотя бы одного завали. Ты второго завали. Не хватает, конечно, немножко удобства. Acknowledged. Acknowledge. Хм? Да чего вы, а? Тупите. Оп. Взяли. Изношенный бак. Не нужно. Ладно. Так, здесь у нас ничего. Тогда вот отправляемся снова сюда. Так. А как сделать, чтобы они, например, атаковали ближайшую цель? Ну, типа это. Отправил там, да, клавиши какую-нибудь, и все. То есть, атака в движении, она по-любому здесь должна быть. Отдать приказ, выбрать быстрое сохранение. Ага. Движение вперед, назад, лево, вправо, увеличение заброс камеры. Буква Ё, выбрать всех героев, кстати. Выбрать все юниты одного типа. Ну, это да, это убить выбранные юниты. Следующая группа действий, это понятно. С предметы, способности, не говорю. Смотри, ага, ага, ага. Ага, 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 ага. Нихера. Раньше What была... The... Что? Elves? Эльфы? Где эльфы? Где эльфы ты? Ты че? Где он увидел эльфов? Я не вижу. What is it? Кстати, кто у них там? Служитель Моргир. Ёшки-матрёшки, вы прикиньте? Его просто... А, у него охрененная защита против всей магии. Но в ближнем бою вообще ничто. То есть рубящие удары ему прям там захарасить вообще. Right away. Нефиг делать. Onwards. Так, все, мы здесь там были, все. Отправляемся yes. сюда. Салангар. Салангар. Who are you? Кто вы? And what by Elin's reign are you doing here? Sentenza Noria, general of the Wolf Guard, and we'll be the ones asking the questions. This is Nortang territory. Wolf. Волч. I see. Then talk to our scryer, Elion. Evran. I believe she will want to have a word with you. So do I. Yes, D. Серьезно, конечно, да? Сопротивление ударного урона. Знаете, ударный урон берет, и он все его раскашивает его. Например, Ансель, да? Он просто раскатает. А давай-ка тебе Ансель, ты дадим топорик. О, серьезнее будешь. Orders. Так, что у нас здесь? Mm-hmm. Хоп, так убежали в лес, да? Understood. А там Understood. Let's go. Acknowledged. Бежим. Alright. Все-таки серия в Спеллфорсе будет очень длинной. Ну и ладно. Ферма, роща, yes. нижнее святилище. А есть верхнее? As you command. Так, а вот и прорицательница Леона. Здрасте. The Wolf Guard. Волчья стража? This will be interesting. Это может оказаться интересным. What are you doing here? This is Nortander territory. Это земля Нортандера. It is. Это And правда. We are aware of that. Известно. But I'm afraid recent developments have made our presence necessary. Spare me the verbiage. What's the meaning of this? As you might know, this village has been struck by the Bloodburn. We are here to investigate. What about the corpses? We found what looked like villagers with arrows in their backs. Bandits, not villagers. They were near the village when we got here, and we took care of them. Не помню такого. Since when exactly? You built quite an outpost. Since a source informed us that there would be an outbreak, which was three weeks ago. You knew there'd be an outbreak? Вы знали, что придет чума? Да. Тогда давайте объединим усилия. Well, investigating is also what we're here for. Тоже прибыли, чтобы изучить происходящее. I appreciate the notion, but I'm afraid this won't be possible. Why? Because I know what you came here to do, and it's a mistake. What we... Зачем? What do you mean? Что вы хотите сказать? That's enough. Достаточно. We're here by order of the queen, and according to the White Mist Treaty, you will now step. You're not. Это не так. What? The White Mist Treaty was struck between the Moorhill Squires and Queen Aelis. You are acting under the orders of Lord.
lord маршал Арендир, to whom we have sworn no loyalty. Or should I say, lord Ангар and those mage slaughtering purity fanatics who are really making the laws of your country now? The purity has nothing to do with this. We are here to prevent the bloodborne from spreading. Well, we will take care of that. Now leave, or I will make you. Was that a threat? It was. You have 5 minutes to get back to where you came from. Then our archers will open fire. Leave. Уходите. Back to the trading post now. Ладно, валим. Ну вот, начинается, то есть начинается. Я уже знаю, что дальше, будет, поэтому я немножко понимаю, о чем они вообще говорят. И почему Тахар наш вообще не понимает, что происходит. Yes. Yes, I do. Will do. Onwards. Bloodburn. How come we never heard about this until now? Because the crown wanted to avoid a panic. Now it's too late for that now. Word is spreading rapidly, and those purity lunatics are using it to their advantage. Oh, and I think Arendir's way of handling them is dangerous. Так, это еда, да, которому да. Вернитесь к аванпосту. Да, мы бежим уже, не переживай. Служитель Моргир. Ну, конечно, у меня еще герой, то есть, как бы сказать, понятное дело. Но все-таки он его захарась как нихер делает. Ну, сейчас, конечно, у него нет урона такого, но все равно. Он цель. Против холода, кстати, Ансельм очень сильный. Yes. О, лучники подошли. Эльфийский следопыт. Против всего. Вообще. Причем это девушки, да? Да, эльфийский следопыт. Подоспели наши войска. General Noria. Генерал Нори, вы... What's the matter? Что случилось? Что-то не так? Look up ahead and you'll see. Посмотрите вперед, и вы сами увидите. У нас незваные гости. Где остальные силы? At the crossroads, на перекрестке, сэр. Waiting for your work. Good. Then send them in. Пусть действуют. The elves won't let us into the village, so we'll force them to. If we do it right, they won't stand a chance. Ансельм, you'll help me develop a strategy. Corporal Тахар, you will oversee the setting up of the outpost. What's your name? Как тебя зовут, парень? Симарк, сэр. Gerald Симарк. And you grew up here, right? That is correct, sir. Good. Then you know the area. Значит, ты знаешь эти места, и Тахар сможет прибегать к твоей помощи. If these damned Моргир want blood, they shall have it. Если Моргир хотят войны, они ее получат. Наверное, там что-то так было написано. Ваша первая база. Уху! Дайте поздравим меня. Спасибо. Ура, где аплодисменты, да? А, все, поехали. Yes. Так. Так, вы у нас на Ctrl 2 сразу уходите. Так. Тахар и Бертран. Вы у нас лучники, поэтому What's у нас next? На Ctrl 2. Это Ctrl 1, если не дело. Так, хорошо. Теперь сразу же переходим. Говорите с Джеральдом. Конечно, куда ж без этого? Ты ешки-матрешки. Полагаю, вы Корпорал Тахар? Yeah. Any advice да, с чего посоветуешь начать? We should probably stock up on provisions first. I suggest we send out some men to hunt and do some wood cutting. Got it. And be sure to task some of our men to take care of transporting the resources too. If everyone is assigned to a specific job, there'll be no one left to do that. I'll keep that in mind. Я это учту. Thank you. Спасибо. Так, ладно, хорошо, поехали. Так, домик лесоруба. Получается, так, 156. А, в итоге 600, что ли? Типа это, да, я строю. И он как бы этот... Ну, в итоге он, получается, дает мне 600. Получается, вот эта вся территория будет 600. Ладно, хорошо. И получается, охотничий домик, да, желательно здесь построить. 200, да, даст нам. Или здесь тогда получается. Нет, почему вот так вот. Ну, так пускай будет. Так. Вот. Так вот, да. Так, хорошо. 3 лучника, 2 строителей пошли. Хорошо. Управление базы. Столица сердца вашей базы. Потеряв ее, вы проиграете. В столице можно исследовать новые технологии, просматривать общее количество новых ресурсов, а также число доступных рабочих. Чтобы все время держать открытым обзор экономики, нажмите. Building completed. Ага. Так, все. Домик построен. Ой, ты чё? Охотничий домик тоже построен. Замечательно.
Ребятки пошли охотиться. Ну, красавчик. Let the taskmaster know if you need something, corporal. Мы охотимся. Эльфы будут выращивать ферму, да? Yes. Хорошо. Yes. Так. Corporal, did you send out hunters already? Yeah, and they already found some game. Похвастаться добычей. I also tasked a couple of men to gather wood, as you suggested. What's next? Что дальше? Good question. Хороший вопрос. I suggest you head out and see if you find more suitable spots to establish outposts. Closer to the elves, preferably. The more territory we control, the easier it will be to win the battle. Makes sense. Логично. Экспансия. Экспансия жизненно необходима для победы, так как увеличит ваши поставки. Let's find more spots to set up. Ладно, нужно расширять зону влияния. Пойдем искать новое место для подобной посты. Для экспансии следуйте карту со своим отрядом героев. И вы смотрите флаги, ими обозначены места, где можно построить новый отпуск. Флаги видны только если выбран герой. Чтобы построить отпуск, выберите... Так. Made up your mind. Так, хорошо, сейчас туда-сюда сходим, как говорится, да? Пускай по двое сходят, а вдруг на нас нападут еще. Yes. Курьер. Точно, они сюда приносят еду, а они... Этот, вот, он пошел, так, хоп, так, и однерочку. Что-то лысый. I'll try. Так, хорошо. Good choice. Все, вот посты строятся, замечательно. Так, надо... Вы построили первый отпуск, тем самым завоевали соответствующий сектор. Сектора под вашим влиянием автоматически отправляют друг другу ресурсы, если связаны друг с другом напрямую. Не забывайте улучшать свои аванпосты, чтобы в секторе было доступно больше рабочих. Хорошо, что если я могу построить? Передовой пост. Отступить. Здесь три рабочих, а что они делают? То есть, получается, здесь я должен построить хижину лесорубы, скорее всего, да? Так, максимум три рабочих у меня здесь. Передовой пост больше прочен и представляет больше рабочих. Вот, мы улучшаем его. Хорошо. Так. Ага. Едет повозка с ресурсами. Замечательно. What is it? Так, отправляйтесь сюда. Of course. Ага, поехал повозница за ресурсами. Ясно. Все, понял, не дурак, дурак бы не понял. Хорошо, сюда. Где еще можно смотреть? А вот аванпост. Как вот можно их разглядеть, я не понимаю. Показать сектора. Ага. Все, понял. I'm ready. Так, она поговорит. Yes. Any news? Ну, есть yes. новости? Да, мы развернули несколько аванпостов, как ты и предполагал. Что дальше? Полагаю, тогда самое время вооружить наших людей и подготовить атаку. Другими словами, нам нужна казарма. We should put up a barrack. Then that's what we'll do. Значит, этим займемся. А что так быстро? Orders. Orders. Доступна дожорная вышка, каменотесня людей, доступна казарма людей. Хорошо, так, поехали. А каменотесня пока не нужна, казарма. Ага, хорошо. Все, поехали. Так, домик лесоруба строится. Хорошо, видите, получается два осталось, да? А если построить охотничий домик? Сотни еды всего лишь? Ну, нет, сотни еды, конечно, нас не интересует. Здесь сколько будет? 30 еды всего лишь, прикиньте. Всего лишь 30 еды в этом секторе. А по дереву? Ну, дерево 4 сотни, конечно. Ну, давай, значит, дерево построим. Хорошо. Так, можно уж улучшить аванпост. Еще больше рабочих. Отступить, ага. Ну все, хорошо. Yes. Так, хорошо. What is it? Pray tell. Так, ага. Сломанный мост достраивается. Хорошо, очень хорошо. What's next? Так, yes. Давайте пойдем отправимся. Вас в общий, чтобы троечку, ну что? What do we need? Understood. Так. Of course. Yes, that's a good spot. Стройте казарму. Постройте каменотесню, укрепите сектор. Made up your mind. What's next? Ну yes. Да, то есть, как я и говорил, они так себе. Yes, I'm ready. Good spot. Они так себе по силе. Так, хорошо, аванпост еще один построим, аванпост. Так, здесь получается у нас будет, ну да, то есть... The outpost has been built. We've expanded our borders. Да, мы молодцы. По охотничьему домику. 200 еды. Ну, неплохо.
А, это ферма, да, еще? О, кстати, классно. Неплохо. Давайте-ка улучшим его. Так, рабочего привезли. Так, здесь... Сколько у нас 50... А, сколько вообще рабочих я могу иметь? Вообще бесконечное число, но нет уж не бесконечное число, я уж уверен. Так, ну здесь получается сержант-инструктор, да? Ага. У нас, да, еще одного рабочего? Да че уж. Так, хорошо. Так. Лучше побольше взять этих, ближнего боя, поменьше дальнего. Хорошо, ну сейчас построят, хорошо. Так, а, также. Дозорную вышку нужна. На всякий пожарный, а то этот... Интересно, где ее строить? Давайте вот так. Я хотел бы здесь, потому что это... нападать-то они будут отсюда. Ну да. Orders. Yes. Ладно, отправляемся сюда. Yes. Так, здесь достроили? Ой, хорошо. Пока сюда сбегаем, потому что, по-моему, там каменотес. Каменотесная штука находится. Потому что здесь у меня ресурсов. А, вот у меня где камень. Вот у меня где камень. Хорошо. Так. Каменотесня. Вот, 200 как раз. Все, поехали. What is it? Так, ребятки, что вы там, готовы? Ой, хорошо, так, новобранцы собраны. Защита нейтральное здание, на некоторых... Нейтральные здания, некоторые карты расположены нейтральные здания. Обычно они находятся не в начальных секторах и не принадлежат ни одной фракции. Нейтральные постройки выполняют разные функции. Например, сломанный мост или обломки представляют собой просто препятствие, которое можно устранить, брать в нем рабочих. Другие позволяют вам нанять особые войска или дадут вам особые способности, обеспечить уникальное тактическое преимущество в бою. Заряжающиеся здания. Ну да, то есть все это уже сделал я. Все хорошо. Сходим пока что сюда, проверим, что у нас здесь. Ага. Я вижу противников. Так, зомбарей. Хорош, так. Круговой удар. Укрепление. У большинства фракций есть здание, предназначенное для того, чтобы дать отпор врагу в случае нападения. Постройте Right. Let's go talk to the general. Больше, чтобы защитить базу от эльфов. Выбор места очень важен. Башня будет гораздо эффективнее, если построить ее около узкого прохода, а не на открытом месте. Построение. Нажав правую кнопку мыши, велеть войскам принять построение. Вы можете заранее увидеть, где окажутся ваши силы. Хорошо. Это вот очень важно. Да. I'm ready. Смотрим сюда. Что, здесь тоже камень, да? Pray tell. Ага. Что здесь? Незакончена статуя Тиарии. Возможно, местные жители пытались вернуть ее благосклонность. Понятно. Так. Вот сколько я могу построить аванпостов? Я вот не могу понять. Вот у меня вроде бы нормально тут. Один курьер, да? Один курьер здесь? Серьезно? А вы yes. кто? Нет, это курьер. Ничего не понимаю. Ладно, так, ребята. The outpost has been built. We've expanded our borders. Ага. Так. Yes. Ага, пауки. Yes. Все, вперед. Так, здесь. Так, у нас, по-моему, здесь строится каменная лодка. Да, каменотесня построилась. Назначить рабочих, да? We're being attacked! Вот, рабочих нету, то есть, в чем вся суть, я уже хочу понять. Меткий стрелок и быстрее. О, как долго-то, а? Получается, эта штука нас очень сильно замедляет, да? Замедление. Благодать Тиару увеличит восстановление витарей в небоях и дружеских секторах. Нихера себе. Восстанавливает увеличенное восстановление здоровья. Боя. Ёперный Тиар. Ничего себе. Я, так сказать, хорошую вещь нашел, а? What is it? Здесь трое, здесь сколько? Домик лесоруба. И получается так. А, ну да, я же не улучшил его. Вот, улучшаем его, и тем самым сможем домик и то сделать. We lost здесь the sector, commander. Сектор. Ёперный театр, а?
А я не заметил, как они вообще напали на нас, кстати. Understood. Еще жрец Маргирио. Все, ребята, расхерачьте их. Take them down. Now, attack. For the crown. А видите, вдвоем жреца валите. Ну вот так вот махаешь. Так кто у нас? Эльфийская послушница, да? Yes. Бежим, 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 бежим. Какие они, а? Вы посмотрите-ка, сволочи, а? Еще, блин, целый лампус мы завалили. Твари. Да, хорош. Ну-ка дай ему по башке. Ну, пошел отсюда. Так-то. Хорош. Да, замечательно. Так, Тахар, там все у нас сделали вроде как? Ну нет, пока еще походите там вдвоем. А вы, получается, пока что будете ходить с армией. Если что, защищать и тому подобное. Так. Let's go. Yes, that's a good spot. Так, строим аванпост обратно. Обратно строим аванпост. Так, все хорошо. Каменотесную построю. Так. Два каменотеса обязательно. Outpost has been built. We've expanded our borders. Вот, один курьер остается. Хорошо. Ага. Так, поехали. They will fall. Эпидемия. Пошел отсюда. Так-то. Пойдем, ты получается. Ты и карась. Whatever's necessary. I'm ready. Вот так вот так. Серьезно, ну мои эти, как вы сами понимаете, сражаются прям достойно. И зачем? Все, убили что ли? Серьезно? Какие молодцы, а? Габизон. Неплохо, неплохо. Так, что у нас здесь? Жава пика, зелье здоровья, кольчуг. Ладно. Так. Так, хорошо. Передовой пост. Ну то, что он этот, мы его отстроили. Хорошо. Курьеры идут, да? Ага. Вот сюда. Так, замечательно, пока что сюда отправляемся. Так. 7-8-7-8-7-8-7-8. Замечательно. Так, ну конечно же. We're being attacked. Мы должны достать. Опять ты посмотри, а? Ого, ничего себе их тут. Они, получается, сюда будут ходить достаточно долго, да? Но сейчас он будет посерьезнее, но можно, можно справиться, если Сентенция Нури вот сюда отправит. Вот так вот, да. Так, это на одну цель. Да. Че, давай, у тебя что, второй шанс есть, ну? Во-во-во, вот этот я и хотел. Охренительно прям вообще харасит. Тогда, получается, мы берем и вас сюда сразу призываем. А ты что-то вообще не прям сюда. Наступает и наступает, наступает. Дозорная вышка, блин, капец. То есть людей здесь нужно прям харасить и харасить. Необходим часовым чертеж. Тогда, получается, этот домик снесите. Made up your mind. Хорошо. Let's go. What's next? Так, отправляемся дальше. Пока что здесь поищем, посмотрим, что. Что это у нас здесь такое? Да что такое? Владельцы этой перевернутой повозки нигде не видно. Тем не менее, кажется, никто пока не разграбил нападение никаких зверей. Возможно, возможно. Эльфы. Да. Charge! Эльфы. Пошел отсюда. Хорошо. Получается, эльфы, да? Да, эльфы. Опа, что это, зомби? Укрепите сектор, задание выполнено. Давайте зомби на зомби. Так, эпидемия. Хорош.
Understood. О, темная магия-то у них посерьезнее. Защита-то. Так, давай пошли. Yes. В смысле не можешь? Что ты можешь? Вот ты. Вызови зомби. Вот, еще давай. Так. Талисман здоровья. А что, на один раз, да? Нет, постоянно. Классно. И последний. Ой, красота. Красавцы. Странно. Yes, yes. Так, отправляйтесь сюда сразу же. Вот такая вот башенка. Дозорная вышка 25 с помощью чистого урона, да? Ага. Ага. У меня остался один курьер, получается, одна ферма. Получается, я вот так вот сделаю. Так, вот так. Останется, получается, два курьера, один рабочий, ага, и получается, я ставлю еще одну вышечку, потому что серьезное здесь нападение происходит, нам приходится обороняться достаточно. Пока что у нас мои ребятки тут ходят, изучают что-то, сектор, да, и тому подобное. Так, а по камню у нас как? Ну, вроде бы 5 в минуту, ё-моё, это 9 в минуту, ну да. Ага, получается, можем построить этот каменотесню. Каменотесню, хорошо. I'm ready. Когда первый раз играл, вот это вот вообще здесь ничего не было. Так, вот это, конечно, вот это уже посерьезнее, поэтому надо смотреть. Это уже посерьезнее будут противнички, я с ними уже не справлюсь, с двумя. То есть у меня нету пока что ауе магии, какой-нибудь там ауешной. Неприятно, конечно, но пока что вот так вот. Так, ладно. Что у нас здесь? Ну, здесь у нас... А, можем, кстати. Вот. Что-то нашли. Опять зомби, что ли? Да, серьезно. Yes. Understood. Зомби, опять зомби. А это кто? Ого, разложившийся рыцарь. Ну да, это серьезно. Так, ну-ка, по рыцарю, давай-ка его пока оглуши. Так, хорошо. Концентрацию сожри. Хорош. Так, ну-ка, порасти его. Ага. Так, еще. Могильный зов. Kill one of our heroes. Господи, какой же ты мой, а? Как так-то? Вы посмотрите, я, блин, капец, они все нападают, 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 нападают. То есть они не успевают разобраться со всеми. Так, хорош, это воскрешите, воскреси. Building completed. Так, хорошо, молодцы, завалили, блин. Офигеть, так. Как его вылечить-то? А, во, я же говорю, во. Может его поднять. Все, все правильно. Типа, давай, салат, поднимайся, хватит ныть. Так, давайте-ка наймем этот побольше, отправим сюда и этот, и уже начнем потихонечку харасить аванпосты. Аванпосты. Ребятушек. Yes. Так, все вперед. Так, здесь получается у нас двое. Здесь двое. Все хорошо. Подожди, вышку вообще лучники откуда берутся-то? Я не понимаю. Yes. Ладно, пойдемте сейчас пока разберемся. Так, вы как там у нас? Господи, да фиг с ним, а. Так, все, поехали. Надо вот этот аванпост завалить, а то он отсюда нападает. Take him down. О, харасит-то хоть, а. Так, боевой клич. Так. Так, Тахар, Тахар, бегите сюда. Золото подобрали, хорошо. О, это что? Еще одна, что ли, статуя? А, нет. What's next? Ну, зажег я ее.
Make up your mind. Так. Ай. Сюда отправляйтесь. И чё, что я зажёг её? Чё, чё-то получил, что ли? Нет. Pray tell. Yes. Жалко, что они на своей территории получают это благословение, это восстановление ХП и всё такое. What do we need? Странно, что я что-то получил за это. Что я получил, непонятно. Может, типа, захватить надо как-то эту штуку, и она, типа, станет моей? Of course. Даже непонятно. For the crown! Right away. Все уничтожать, и чего устали-то? Да это уничтожьте. Так, а лучше эти... Ребяток, ребяток, уничтожьте. Так, смертельный удар. Чё бежишь? Куда бежишь, а? Ты смотри, бежит, а? Бежит ведь, а? Healing! Now! Make up your mind. Easy. Not now. Make it quick. Take him down. Stay alert. Blazes! Kill one of our heroes. Бежит, а? For the crown! For the queen! Let's go. Беги, беги, беги. Так. Orders. Так, ступи-ка. Say the word. Attack! Yes. Ступите-ка все, а? Make it quick. Need something? Блин, капец. Healing now. Ёперный театр. Посмотри, сейчас они погибнут нафиг. Так, сюда беги. Stay alert. We're being attacked. Make up your mind. For the queen. Let's go. За королеву, за королеву. Еще та сволочь, ты посмотри, а? Надо все-таки этот вместе ходить, ну блин. У меня не получается вместе ходить из-за того, что я хочу карту поисследовать, а тут получается этот нападает, и я ничего не могу сделать. Commander? Yes. Orders. Так, ну же вот, нижний свети. А, блин. Еще, а, блин, оно еще урон наносит, кстати, сволочь такая, да? Made up your mind. Это вот воскреси. Yes. И ты типа не можешь, что ли? On your feet, soldier. Может, we're not done yet. Что за бред, а? Что происходит? Ничего не понятно. Вроде бы начинаешь этот, а он не хочет. Of course. Borders. Healing! Now! Blazes! I need help! Yes. Right away. Ладно, давайте отходим. Хоть I killed one of our heroes. Да как ты, блин, Ансельм, можешь сдохнуть? Ты чё там вообще делал, Даун, ты, блядь, дебилоидный, а? Чё ты там делал? Объясни мне, а, придурок ты, блин. Чё там делал вообще? Я тебе... Смотрите, где он, блин, оказался. Я его, значит, здесь воскресил, а он там как-то оказался. Чё туда побежал? Кто ему вообще чё-то сказал туда делать? Ёп, перный театр, вообще нифига не понятно. Блин, надо это, две казармы всё-таки строить. Так удобнее будет. Чё у меня там, ещё много рабочих? Много рабочих. Да, казарма, дозорная вышка. Да, да, еще одну казарму. То это. Не получается, нифига. Нифига не получается. Yes. Yes. А? Так, все, отправляемся сюда. Давай, 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 давай. Onwards. Так, вы сюда. Understood. Acknowledged. Mm-hmm. Of course. Made up your mind. Сентенцы, Нури, сюда. Right away. Забирай себе этих. Забирай себе. Commander. Есть. Onwards. Сюда. What's next? Так. Say the word. Вы у нас Control 2. Need something? Тоже. Aye. Сюда. Orders. Вы
Mouse Control 1. Сейчас попробуем этими силами. Что нам нужно? Да, но надо воскресить. Умрет. Pray tell. Yes, yes. Building completed. Замечательно. Orders. Потихоньку сейчас пойдем и будем уничтожать все получается. Orders. Будем потихонечку все уничтожать. Лесопилки, да, и все тому подобное. Так. Эпидемия. Есть. Хорош. Так, пронзающая стрела. I'm ready. Ансер еще держится. Yes. Orders. Так. Призываем зомбарей. Make up your mind. Хорош, атакуем. Ага. Так, да, выпей. Выпей. И яду. Take так, down. Сюда. They will fall. Пока что так. Ну, неплохо, неплохо. То есть, смотрите, уже, как сказать, этот очень хорошо захарасили. То есть, вообще, прям мне все понравилось. Yes. Make it quick. For the queen. You read my mind. Yes, whatever's necessary. Так, эпидемия. Хорош, так, меткий стрелок. Но. Ты ему пронзающий стрелок. Давай-ка. Хорош. Take him down. Нет, they да. Will fall. Идите, спасите. Даун. Дауна воскресить, пожалуйста. А, вот ты здесь оказался. Вот почему так придумал сдох. Let's go. Да ладно. Stay alert. Let's go. For the crowd! Так. А это вообще. А, это вообще главное здание у них, ё-моё. Вот что это такое. Я-то думаю, почему это так хорошо харасит, да? For the queen! Так, так. Семерочка сюда, пожалуйста. Yes. Yes. Так. Orders. On your feet, soldier. Все. We're not done yet. Кто тут? What's next? Take them down. You read my mind. Healing now. Onwards. I'm ready. Charge. Orders. Yes, understood. Дауна воскресили, а? Пожалуйста, сентенция. Я все понимаю, конечно, ты задолбался воскрешать, но мне надо. What we need. On your feet, soldier. We're not done. Orders. Say the word. Так, зомбарей позови. Так, хорош. Что здесь? Так, это не сражаются, хорошо. Так, надо тогда лучше рощу тогда сначала. What is it? Easy. Matter? Yes. Huh? Так, вот так. Take лучше, them down. Лучше лучше харасти. Yes. А еще лучше. Charge! Pray tell. Барей тоже вызови. Так, чистый. Ансель. Дар щитом. Хорош. Пока они будут, блин, сволочи, призывать их, мне вот этого вообще не надо. Надо, чтобы они все сдохли. I'm ready. Надо, чтобы они все сдохли. Поговорить мне, кстати, на что поговорить не надо. What is it? Так-то. This is over. Yes. Пошел отсюда. For the queen! Charge! Take him down! Там еще где-то роща, что ли? Сопилка. Охотничий домик. 25 хижин. То есть, как бы, больше нигде нету, yes. А... Откуда, блин? For the crowd! Блин, лучше, конечно, прозвать стрела. Так, что повалялся. You'll regret this. Хорош.
Make it quick! Charge! Damn it! I need healing. Orders. Easy. Charge! Так, вот эти. Он здесь их вызывает. Вот прям вот в этой штуке. Вот оно что. А вы что делаете? Давай. Of course. Take them down. Yes. Так. What is it? Pray tell. Блин, капец, конечно, хорости дом. Yes. As you command. Orders. Understood. Ох, что не действует это. Как сказать, магия, которая должна действовать. Она не действует на него, блин. Так. Блин, вот его кто-то все время чинит, я не могу понять, где. Кто его чинит, мать вашу, а? Сейчас уже никто не чинит, а этого кто-то чинил все время. А, вот. Все цинь, все чинит. Сдохни уже, задолбал. Так, призыв. Призыв. Ну так-то, блин, капец, конечно. И воскреси его, дебила. Опять кто-то чинит. Да кто? Где? Stay with me, will you? We're not done yet. For the crown. Yes. Капец. Вы представляете, насколько охеренно можно, знаете, просто поставить и все, они его чинят, чинят. И все, ни хрена не сделают. Can you help? Not now. Блин, охренеть. Кажется, не так все просто-то. То есть, оно еще ведь харасит, то есть, как говорится, еще дополнительный урон наносит. Вот пошло, блин, это. Ладно, так. Плохая затея. Валим отсюда. Вообще бред, сивые кобылы, они просто вот чинят. Причем чинят они быстрее, чем я наношу урон. Охренеть просто, да ну в баню все это, ну-ка надо отступать. Все это бред какой-то, бред сивые кобылы. Сюда, так. Охо-хо-хо-хо. Да, ты посмотри, как, а? Все это серьезно, блин. Так, давайте хоть подлечимся. Ну, немножко не подлечимся, этот уровень сделаем. Повысим уровень. Че, может магию покачать немножечко? Стихий? Чтобы этот, или жестокость. Да я хуй, вроде бы этот. Целую нор приносит жертву союзника. Не, так, взрыв трупов. Ну, типа трупа, если кого-то убил, да, хоп, херакс, он взрывает их. Всем противникам, то есть не факт, что, ну, может быть, своим, хотя вроде бы не факт, парное оружие. Ой, так, ну, давайте семя тьмы. Но тогда мне нужно что-то убирать. Хотя, подожди, так, как можно сделать отмену? Ага, вот так вот, да. Давайте стихийную магию, короче, мы изучим. Пока что вот так вот. Так, ты, получается, у нас соколиный глаз. А, ну это открывает указанную область. We're being attacked. Где? Кто? Ё-моё. You read my mind. Yes. Так. Они, получается, все время, получается, будут попадать. Тут это, не будет такого момента, что можно передышку устроить. Stay alert. Ладно. А? Yes. Но. Так, здесь не готовится, а здесь. Здесь делается, но слабо. Вот тебе и это, вот тебе и война. Let's go. Давайте пойдемте пока вот этим, вот это, как сказать, хотя бы будем экономику дубасить, а то что тут? Так.
Так, сентенций. Пускай будет необузданная ярость. Вообще плевать, да? For the crown! Take them down! Да, кстати. Говори с ним, что пока. Во время боя. Understood. Charge! Я им сказал, вот хватит. Куда он побежал? Непонятно. Чё делает? Yes. Непонятно. Вообще. Как тут здесь быстро завалить этих, как сказать, рабочих? Вот охотничий домик можно завалить тоже быстро. Давай сначала поговорим, потом уже валить будем. А? Так. I think we're in a good spot to attack them. Good. Then we'll attack right away. I don't want to question your orders, sir, but wouldn't it be wise to do some more scouting first? There might be a weakness in their defense that we haven't spotted yet. Fine, but not much longer. Who knows what these elves are planning, and if they carry the blood burn out of them... Какая нахрен здесь вот оборона, не может быть брешь в обороне, а? Объясните мне. Капрал Тахарт, лес шара огня, шара травы. О, давай-ка шар огня. Так, Тахар, шар огня. Ага, вот, 4 штучки, все, замечательно. Вот, на, держи, посмотрим, насколько... Onwards. Ты будешь серьезным. Так, он сказал, какая-то брешь в обороне. Но какая брешь в обороне? Что нужно сделать? Отправляйтесь в Леону. Вот, сюда, то есть как-то... Я не понимаю вообще, какая может быть здесь брешь в обороне. Orders. Так. Тахар, Бертран и, конечно же, все эти. Commander. Of course, commander. Сюда. Получается вот так. Orders. Control 1. А это у нас Control 2. What is it? Understood. Так, все, вперед. Ё-моё. What's next? Начали харасить, ты посмотри, да? Хороший фонд. Зона хорошая. Yes. Как вы сделали так, чтобы они атаковали всех по увиде, да? We'll make our stand here. Charge! А, во. Easy. Pray tell. Charge! Ну, 4, да, надо как-то перестроить его. Ой, хорошо. They will fall. Так, зомби. Зомби, зомби, зомби. Так, шар огня мне не нужен. Вот, вот это уже другое дело. То есть, видите, да, они харасят всех подряд. Ну, кого успеют увидеть. Вот что он такое надо, вот что надо делать. What is it? Yes. Зомби там харасит, харасит. Молодцы. Сторонняя стрела не могу. We're being attacked. Где? Ё-моё. Все, мы сейчас их базу заварим и вниз тогда справляемся. Спустимся, спускаемся вниз. Че, серьезно? Вот этот их лечит. Хорош. Все. Сдохли. Ха-ха, автоматически. Класс. Получается, автоматически можно убить. Take him down. Так, кстати... Этот уровень одеть, я отправляю сюда и сюда. Атахара и... What do we need? Вас я обоих сюда отправляю, потому что там этот, что-то нужно будет сейчас сделать. Отправляйтесь в Леонон. Все, вот я отправляюсь в Леонон. Got it. Got it. Ага. Ну да, тут слабо, ничего страшного. Так, зомби призываются. Все замечательно. Сразу же шар огня. For the crown! Сторонняя стрела. Ну, сильны, сильна, конечно, да, но я маг все-таки заметно, да? Все замечательно. Will do. You read my mind. Whatever necessary. Ага. Так, еще призывайте зомби. Призови еще зомби. Так, меткий стрелок. Ага. What's next? Харасьте вот это. Yes. Потому что сейчас на нас нападут, я помню, на нас нападут. That way. Of course. Вот отсюда, understood. Поэтому нам надо будет защищаться. Say the word. Так, Ctrl 2. Made up your mind. Тензи Нори, и ты orders. Да. Stay alert.
Чикаго там нормально? Нормально. Здрасте. Ты куда пошел, дебил? Зомби позови. Хорош. Yes. Шар огня. Нанесет урон, нет? Не наносит, что-то странно, ну ладно. Orders. Так. Так. Получается у нас yes. здесь. А этот Майкс сюда тоже. Ты что там стоишь? Alright. Так, получается вот так. Orders. Control 1, да, все правильно. Ага. Control 2. Yes. I'm ready. Так, выдаем все, харасти. Баррикады. А, кстати, этот. Отправляйтесь сюда. Там же этот. Я сейчас зайду. Там будет бабеха. Ее еще надо будет сейчас завалить. Это прям тоже, конечно. Этот. Тут еще момент. Тут еще момент. Так, давайте тогда построим этот пару этих вышек на всякий случай. Хорош. They will fall. Че стали, то сражаетесь, че вы? We made it. The barriers are мы down. Справились. The Squire hasn't come out of hiding, though. Паразит не решил. Damn it. Проклятие. We need to find her. Да, такой восстанови сначала ХП. 76, of course. 77, вообще. Good choice. Yes, that's a good. На своей территории чё? Need там? Something? Да, мы на своей территории благодать Тиары у нас. Say the word. I. Tell. Yes. Давайте построим, благодать Тиары будет на нашей территории. The outpost has been built. Все замечательно. We've expanded our borders. Understood. Чего? Мы молодцы, да? Мы молодцы. О, сразу же несет этот ресурсы, да, которые здесь остались. Хорош, хорош. Так что можно будет захватывать территорию чужие. Таванпост тоже получается. Получается, можно было вот так вот, типа обойти, хоп, и этот, и напасть. Understood. Yes. What the? You bastard! Don't say I didn't warn you. Так. А, хорош. Так, призыв к оружию. Так, сюда. Take them down! Take them down! Что она сказала? Она что сказала, типа, мы бастарды, это сволочи. Вот завалили побег. Салангар! Салангар! This это еще isn't не конец. Over. Gone. Хера себе, она damn it. Сбежала, чтобы я. Все кончено. It's over. What about the scryer? Что их произошло? We'll get her. Мы до неё talk доберёмся. To us, woman. Рассказывай, what happened что here? Что ей случилось? Are you? Вы? Sent by the мы queen. Здесь по приказу короля. Now talk. Отвечай, отвечай. We. Мы. What was that? Что это было? Elves. They must have gotten reinforcements. Должно быть, к ним подошло подкрепление. Карпл, Тахар. Проклятие, Карпл, Тахар. Мигом возвращайтесь на опыт. Мы должны возглавить оборону. Understood. Будет what сделано. About the village? А что с деревьями? Anselm and I will guard. The rest of the wolf guard should arrive any second now. We will just have to hold the village until then. Now move. Вперед. All right, Tahar, let's move. Tahar, back to the outpost пошли. And quit. Вперед. Как я говорил. Так. Так, сюда. Tell. Тахар лежит, ну здесь. We lost the sector, commander. Ульф. А, ну это фиско-послушница, да, получается, здесь. Командир Гильяс. Ready. Ладно. Ну, вроде бы успеваем, если что, как говорится. Будем сражаться под вышками. Самое главное. Самое главное сражаться под вышками. О, давайте черный туман еще, кстати, дадим. Все замечательно. Да, зомбарей вызывай. А подожди, мы не добежали, да? Mm-hmm. Да, еще не добежали. Ну ничего страшного. Мы сражаемся под вышками, самое главное. Ё-моё. Назначит рабочих. Ну а чё? А, рабочих нет. Ё-моё. Ладно. Хрен с ним. Да, shit. Вот дерьмо. Ты можешь, чем ожидалось. Get ready, Tahar. Так, шаротравы. Снова они. Уничтожьте их. Так, шаротравы замечательно. Пошёл. Так, эпидемия. Чтобы побыстрее дохли. Слабо снижены все видцы. Хорошо, сюда. Стоп! Стоп! That's enough. Все, все, достаточно. Please, just выслушайте меня. Just listen to me. Выслушайте меня. What's next? Так.
orders? Я говорю, что-то вот типа меня тут все. О, кстати, баллисту притащили, эльфийская баллиста. Orders? Yes. Да ё-моё. Наконец-то, все, поехали. Поболтаем с ним. Please, I... Прошу. I give up. Я сдаюсь. All that we... Все, что мы... We didn't want any of it. Мы не хотели, чтобы так вышло. Об этом надо было думать до того, как yes. нас нападать. Да, I know. Я знаю. Скрайер Эллиан рассказал you. Нам о вас. About the о том, reason you're почему here вы здесь. And your... О разногласиях. Disagreement. That's one way to put it. Это теперь так называется. Ваши войска обстреляли нас. Yes. And да, they shouldn't и этого сделать не следовало. Но Элеона перепугалась. Она же целую луну почти в этой. She had her понимаете, orders, у нее был приказ защищать деревню. To protect мы the village. Не планировали развязывать it войну. It was never our intention to start a war. Но это сделали Нортандера. If it wasn't your intention если to start a war, войну, тогда then что what вы сделаете? Why did you come here? For the same reason you're here. Нас привело сюда то, что и у вас. The bloodburn. Он угрожает more here elves have been struck by it too. At least we believe so. Мы считаем. Так вы считаете? You believe so? Yes. Да. Это обсуждается в подлистке. В этот самый момент скажу лишь, что симптомы кровного жара будет и у людей различны. Интересное наблюдение. So you're here to... А что вам нужно здесь? What? Изучить болезнь? To examine it? Yes. Да. We are here to study an outbreak firsthand. And you aren't afraid? А вам не страшно? How do you protect yourselves against an infection? We don't. Никак. See, that's one of the many misconceptions you humans have about the bloodburn. It's not an ordinary disease, as your Lord Marshal believes, and thus it's not contagious. You could ask a dying woman for a dance and it would not affect you. How can you be so certain? Just observe the pattern. It can wipe out an entire village, but the one a mile south of it remains unaffected, even if the wind is blowing in their direction. And for some reason, it may take a strong man of 30 winters and spare his grandmother. Where's the logic in that? Maybe we just haven't understood the pattern yet. If you think it's contagious, you must have brought some protection, didn't you? What was it, a potion? Yes. Please show me. Here. Sorry, Tahar, but I want to see this. Just as I suspected. Watch. What the... What are you doing? Ты You're drinking ты it. Это просто пьешь. Yes. Да. Because it's это just просто отвар жар крапивы и ничего больше. Your medicine ваше is completely лекарство useless, абсолютно бесполезно. And whoever и тот, кто его приготовил, that, это знал. Please, я вас умоляю. Вы должны мне поверить. You need to кровный believe жар вовсе не обычный The bloodburn isn't an ordinary plague. Then what is it? А что он такой? This is what we're trying to вот find out. Пытаемся установить пока что. But as of now, we believe it to be a curse of sorts. One originating from a very ancient, unknown kind of magic. So this is it, так что Эвран. Это вот Эвран и вся правда. Мы We здесь, чтобы понять. Understand. I still don't understand, но я все равно though. Пока не понимаю, почему Why она пролетела и не пустила нас. Isn't it obvious? Неужели не очевидно? Because she wanted to prevent you from carrying out that order. What order? Какой приказ? To examine the blood кровный жар? Oh, но... I see. Your general. Ваш генерал. I'm afraid he Боюсь, didn't fill you in on your true orders. Свою известность о настоящей цели. Деревня должна быть уничтожена. Every survivor. Children. Дети. Женщины. Elders. Will be killed. The crown Корона believes считает, this is what it takes to prevent the bloodburn from spreading to Greyfell. This is ridiculous. How in blazes would you know? Can't you guess? Неужели так сложно догадаться? We have ears in Greykey, as you probably равные, have in Leafshade. Равные, как у вас под листья, почти наверняка. Значит, мы должны an его order установить. Is an order. And this is what the Lord Marshal deems necessary. I was afraid you would say that. Ну я All right, не могу I cannot тебя stop you, не стал бы, если and бы, I wouldn't if I could. This incident, maybe you can nonetheless tell the Lord Marshal our story. The bloodburn isn't an ordinary threat, and our races, we will withdraw our people until dawn. Farewell, Эвран. And thank you for sparing me. То есть такой момент. Кстати, серьезный противничек-то, если честно. У него по сопротивляемости вообще дядя... Прайтел. Ладно, отправляемся. Ну, нет, мы, конечно же, не будем убивать. Бертран, какие у тебя соображения насчет того, что нам эльф рассказал? Yeah. Ну, честно, no никаких идей. I don't think he's lying, but that doesn't mean они могут that ошибаться. Right. Особенно то, что считается, part about что касается приказов. And if they are, а если what should не we ошибается, do? Что нам I не don't know. Мы не можем наплевать we на приказ. Can't refuse an order, can we? Дезертирами. You know, that would make us deserters. Yeah. Да. You're right. Ты прав. 4, 5, да, поговорите с... А, 5, а, эти я не могу доложить. What do we need? Ладно, пошлите. Так, а тогда вместо, получается... Так, талисман здоровья, что? А, второго шанса, да? Тут, конечно, бы я бы дал шар огня.
Давай шар огня ему. А тебе получается шар отравы, что ли, дать? Или ш... Да, наверное, шар отравы. Ага. Если что, чтобы их похарасить. Хм. Все, пошли, поговорим. Now would you look at that? Tahar. Anson, what happened? Что Where's the general? General? Up north. Отправился на север. He left us in charge. What about the outpost? Is it safe? Since you just strolled in here, I suppose the elves have somehow surrendered. They have. Look, Anselm, I need to talk to the general. There's something about the Bloodburn we didn't even... Save your breath for later, Corporal. This place is getting purged. Purged? You mean... Yes, it's tragic, but there's no other choice. The general said it was the plan all along. Until we know how this plague spreads, we cannot allow any of these people to leave. Not alive. Справедливо, тогда займемся этим, никогда не стану бить людей. Вот, то есть вот он, выбор, да, как говорится. И тем самым мы должны, конечно, сейчас пойти, ну, на попятную, либо по нашей совести, либо что, ну, не могу я сказать справедливо, тогда займемся этим. Возможно, даже, если честно, я скажу это, да, он, ну, все равно на меня нападет, типа скажет этот, ты мне не нравишься и тому подобное. Давайте посмотрим. Первое. So you knew this is what we're here for. Ты знал, зачем мы сюда прибыли? Why did he tell Почему you, он сказал об этом тебе, но не сказал нам? Он никого не говорил. Я сам только что выяснил. Это безумие, Ансельм. Посмотри на этих людей. Ansel, нельзя же просто так взять и убить их. What do you want me to do, Tahar? Ты, ты Fall on my knees and cry? Упасть на колени и рыдать? It's an order, это приказ. And we are soldiers. It's as simple as that. But the general doesn't have the information we have. He should know before we do anything. It would take an hour to catch up by now, and even if you were to tell him, he seemed pretty set on this, which I understand. It's all of Northanda we're gambling with. Maybe all of Eo. Forget it. I'm not killing these people, and you won't either. That's what I wanted to hear. One last thing before we kill you, betrayer. Do you remember her face? Whose face? What in the blazes are you talking about? What am I talking about? Well, that's a damn good question. 8 years ago in Iskander, when your father tried to execute you, and the Wolfguard stopped him, it was my sister who paid the price for it. Исамо Тахар. He burned her alive. He blasted the skin from her skull. And all just because of you. All because of the fucking betrayer's child. But no, но нет, that wasn't enough. Было мало. Instead of killing you like he should have, General Norian took you in, trained тебя, you as if you were something special. Волчья стража. He might as это well spit on my sister's grave. Anselm, this isn't fair. This isn't fair, and you... Fair? Честно? Fuck fair! Честно? She died, damn it, жизни вообще мало чего честного. Only so this piece of shit could live. Понимаешь ты это? Тебе хватило наглости отклонить прямой приказ, так что нам даже не придется ничего придумывать. Тебе никуда не деваться, теперь пора с этим покончить. Ну, как я и говорю, короче, это... Watch me. Так, шар огня... А, блин, зря, конечно, шар огня кинул. Так, шар отравы. Так... Сюда. О, все, завалил. Неплохо, неплохо. Я был серьезен. Вот дерьмо. Stay calm, Bertrand. This wasn't our fault. We just have to. Нужно лишь. Захар. There's news from the general. Приказы... Киара's breath. Да, нет, Киара. What happened что here? Здесь произошло? We can explain. Мы можем все объяснить. Стоять, не двигаться. Slaughtering your own brethren. Поднять руку на своих братьев, Тахар. Can't believe it, просто не верится. Следовало сразу догадаться. Drop that weapon. Бросай оружие. And you too, ты тоже, Карпль. Если не хочешь лишить работы палача. Hangman? Палача? А ты чего хотел? Вам светит государственная измена. Отпуск предателя оказался предателем. Генерал, ты оцени. Ну что ж, давайте, ребят, на этом с вами закончим. Я вам скажу всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. В следующей серии мы начнем с зала правосудия, где нас обвинят в государственной измене. Ну что ж, всем удачи. Пока-пока.